Прежде всего, спасибо большое болельщикам нашим. Играть при такой поддержке это дорогого стоит. По игре сегодня не лучшая игра в нашем исполнении. Тяжелая игра, где-то что-то не получалось. Но мы работаем каждый день. Среди нашей команды нет равнодушных людей. Сегодня играл с первых минут. Ты когда узнал про это? Да, сегодня удался дебют. Вышел с первых минут. Спасибо тренерскому штабу за доверие. А узнал я об этом на установке перед игрой. Ты с Максом Мухиным в центре играл? Что тренер просил от тебя? Какая задача была? Первостепенная задача — это развитие атак вперед, гнать их, развивать, высоко прессинговать, комбинировать, закрывать позиции и правильно перемещаться на поле. Многие молодые игроки наши отмечают, что им сейчас в тренировочном процессе помогают старшие товарищи по команде. Ты можешь какой-то пример привести? Как тебе тренируются? Какие напутствия слышишь? Мне очень приятно тренироваться с первой командой. В основном ребята все подсказывают, нет такого. То, что кто-то игнорирует. Лично мне подсказывают Бахтиор, Зайнутдинов, Костя Кучаев, Заболотный Антон. Повторюсь, нет такого, чтобы кто-то не подсказал. Все ребята открыты.